нам позвонили вот по поводу паровозика, насколько законно. Паровозика сейчас приедет наш сотрудник, разрешение не имеет. То есть не давали еще? Административная ответственность введена за нарушение правил. Вот, сейчас начнем, что а только штрафы, все? Ну а как по-другому? Ну то есть он заплатит и может опять работать? Ну значит будет платить каждый день. Чтобы ему было не выгодно. Мы здесь уже встречались с жителями и обсуждали эту проблему. То есть есть жители, которые против него, есть жители, которые за, понимаете? Кто-то говорит, что это дорого, кого-то это очень устраивает. Мы в любом случае будем действовать по закону. Ответственность внесена, то есть внесены изменения, 104 ЗСУ. Будем ее использовать. Эти родители заговорят по-другому, если что-нибудь случится с ребенком. Ну, я говорю, есть такие родители, а есть родители, которые довольны и катаются. Да. Если бы люди не катались на этом аттракционе, скажем так, ему бы не было выгодно здесь стоять. А с учетом того, что будут штрафы, ну, да, но он так, стоит, чтобы ему не было выгодно работать. Будем его штрафовать так часто, пока. Ну, опять же, сами знаете, мораторий. А он давно уже тут мораторий работает? Не, работает в паровозике. Нет, не так давно. Ну, с мая, говорят. Ну, месяца полтора. У вас есть разрешение? Здесь работать. Именно на этот бар? Да. А не было отбора тендера. Ну а вы на каком основании? А у кого оно есть? Ну а да, как кто-то подходил вот из чиновников, говорил, что здесь нельзя работать. Подходили. Но да, они не могут запретить коммерческой деятельности. Отборов не было, тендеры не проводят. Но здесь разрешение же требуется. Ну а какое разрешение? У кого есть разрешение? На крытом паровозике стоят. У кого-нибудь есть тендеры? Ну там тоже штрафуют. Ну, за что штрафовать? Мне не нужно ваше разрешение. Ну, а мне тоже. Я не считаю нужно. Это мой паровозик. Я вам не разрешаю снимать. Мы вас можем снимать в публичном месте. Для чего вы это делаете? Для материала редакционного. Синий, синий, синий. Он заняться. Вы бы лучше снимали, как это. Ваша власть денежки ворует. А мы это тоже снимали. И дороги сделали в городе. И работали где-то. Они приняли.